Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Так. Другие придут, сменив... Поднимаются на гору Шишку компания чемпионов имитателей спортивного клуба. Придут, на фоне такой красоты поднимаются. Уже часть покорили. Осталось чуть-чуть еще капелюшечку. Чемпионка Европы машет рукой. Она лидирует в этой группе. Дальше идут два чемпиона. Тоже рекордсмены, метатели, мастера спорта и других окрестностей. Вот они, красавцы. Теперь восхождение совершает Юр Лабгаев. Чемпион тоже метатель. Несмотря на травму, пытается покорить вершину Шишки. Горы Шишка. Вот она на гору прет. Хорошо. Вот еще один. Лезет, лезет, лезет. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ад, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как
как в бой. На вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово, рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами. Ну вот, самое главное. Так, Коля, ты сегодня превзошел, даже больше, ты взошел на гору Шишка. Первым взошел. Задвинулся на нее. Да, так сказать, проложил нам путь, протоптал. Да. Скажи, как первым было идти? Приятное удовольствие. Первый раз почувствовал, что такое женщина. Но женщина-то почему-то у тебя осталась внизу. Ну, оказалась слабенькой. Ну, а потом? Что получилось потом? Стала. Да? Да, сбороздилась все-таки на Шишку. Но мне показалось, ты все-таки ей помог. Ну, мы для того и созданы с тобой, чтобы помогать нашим женщинам, чтобы они на Шишку забирались. Ну, молодец. А вот его женщина, которая на Шишку забралась сегодня. Как тебе первое впечатление под Шишкой? А, под Шишкой? Да. Но сначала под Шишкой же было. Под Шишкой было страшно. А потом? Глядя вверх. А потом? А потом освоилась. Как-то все забрались, мне тоже было неловко оставаться одной. Оказаться слабее всех, ну, пришлось идти. Молодец, тоже молодец. А тут и еще одна Света с бутылкой стоит уже, греется. Свет, ну, Рождество будем отмечать сейчас. А почему ты сразу не поднялась, подошла к горе и не что-то...
Ну, у меня природная трусость сработала. А потом я постояла так это... Посмотрела на мастеров спорта, что поперли. Мужчины потом... долго нет, а вдруг надо спасать. Да, вдруг что-нибудь случится с моим мужчиной. И пошла его спасать. Там же все-таки верь. Ну да, все-таки у меня нога. Да. Костяная. Ну, выдержала нога. Ну да, слава богу. А вот и я, мужчина. А вот и он. Да, да, ради которого... В общем, на шишку мы давно собирались. Я залезла на гору. Сгромоздиться. Сдурела. Сгромоздились. Не тряси. Но все-таки мы на нее взгромоздились. Ну, как-то неловко было без наших женщин. И мне как-то жалко стало, что они не увидят такую красоту. Но потом увидел... Вернее, услышал сначала шорохи, потом голос Светин. Смотрю, пошла. Думаю, ну все, молодец, наконец-то. Потом другая Света. Пошла. В общем, да, пошла. И обе они залезли все-таки на шишку. Очень было приятно. Нафотографировались, наснимались. Ну а теперь. Мы здесь там переходили, а мы здесь ползем. Значит, еще здоровье здесь. Давай, изображай. А люди вон здесь тут переступали. А мы еще знаем. Не живай, хорошо. Приседай. Хорошо, молодец. Сильно. Мне можно? Да. Давай. Давай рюкзак. Я и так могу. Нет, одно дело ты. Нет, стой. Но она как молода. Напрягись, да? Ну-ка. Хорошая поза. Ой. Что там случилось? Хорошо, я снимаю. Хорошо, я снимаю. Давай теперь я тебя. Да, вот у Юры была хорошая поза, как он поднимает это бревно. Держи. Так, я заодно буду съемку вести. Так, вот сюда вот я лезу. Вот под это бревно. Смотри, Юр, как я красив. Оп. Дюймовочка. И потом сделаешь надписи, как Ленин на суку. Тра-та-та, мы везем с собой кота. Ура! Если шел он с тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Откуда идете? Молодцы! Ведьмы были там? Они их всех распугали, да? Наши всех распугали там. Красивые какие. Даже веник взяла с собой. Метлу! На метле спускается уже. Вот он спускается с горы. Счастливый, все-таки одолел вершину. О, трофей. О, нашел варюшки, варюшки. Да, это я потеряла. Рот погреет, и уши. Не в каждой Европе это есть. А то там ездят по Европе. Тут еще лучше, чем в Европе. Летом с цветочками хожу, зимой с корягами. Вон шишка, вон она далеко, вон мы. Вот здесь вот мы спускались, шли. Вот тут вот. Товарищи, вы откуда? Рассуждают, идут. Альпинист.